Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня мы приготовим кабачки во фритюре. Вот, видите, какие у меня молоденькие кабачки. Я помыла уже, обрезала с обоих сторон. И нам надо нарезать тонкими пластинками вдоль. Вот у меня такой нож есть специальный. Он очень тонко нарезает. Значит, первое, значит, я снимаю. Видите, как удобно. Это, если он вам встретится, обязательно купите такой нож. Можно и капусту нарезать. Огурцы для украшения очень красиво. Тонкие-тонкие. Видите, какие тоненькие. Очень удобно. И вот я уже нарезала, видите, какие пластинки, они очень хорошо гнутся, даже можно сырыми их фаршировать мясо, видите, как гнутся хорошо, потому что они очень тонкие. И запекать в духовке. Значит, что я сейчас делаю? Я подсолю их. Подсолю и оставлю немножечко. Пускай постоят. И сейчас я расколочу яйцо одно, но будет мало, значит, еще добавим. Хорошо так расколотим. И вот в такую большую тарелку я его высыпаю, чтобы можно было обмакивать. Макаем сначала в муку, потом в яйцо и в масло. Итак, наши кабачки уже постояли. Берем такой наш кабачок тоненький, обмакиваем его в муку полностью, чтобы прилипла мука. Видите, как она прилипает нормально, лишнего нет. И сейчас я его в яйцо обмакну, наш кабачок, видите как. И в нагретое масло. И вот масло уже нагрелось. И мы прямо с нашего, видите, как с яйца, опускаем в нагретое масло. Обжариваются они очень быстро. Я не буду по несколько, у меня сковородка маленькая. Я по одному буду обжаривать. Видите, какой красивый цвет получается. Они очень тонкие, так что все происходит очень быстро. Видите, как поднимается. Все, готов уже наш кабачок. Снимаем. И так обжариваем. И вот такая гора получилась из двух кабачков. Но они выравниваются. Видите, какие красивые. Очень. Пошло у меня 2 яйца. Ну и 200 грамм масла где-то. Что осталось масло, если я сегодня его не использую там для обжарки котлеты или еще куда-то, то я его вылью. И вот наши кабачки, обжаренные во фритюре, уже на тарелочке. Подаю я их с майонезом. Свернула, видите, как трубочкой просто сами кабачки. Очень вкусные, нежные, красивые. Приятного аппетита и удачи вам! Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких.